В Центральной Видновской библиотеке прошла просветительская акция. Она была приурочена ко Дню народного единства. Мероприятие организовали сотрудники учреждения и пригласили к участию всех посетителей. В Удмуртии сохранилась до сих пор традиция водить хороводы. А в зимнее время, там, начиная с Нового года до Крещения, они водят парные хороводы и даже собираются на такие игры, которые называются у них поцелуйные хороводы. Акция получила название «Моя Родина» и проводилась во взрослом отделении библиотеки. В ходе нее сотрудники рассказывали посетителям о традициях и обычаях народов России. Как выяснилось, многие неплохо подкованы в этих вопросах. С некоторыми мы даже спорим. Они рассказывают нам свои обычаи, мы свои. Ну, такой у нас баттл небольшой был с читателями. Не забыли юных посетителей библиотеки. Для них подготовили мастер-классы, в ходе которых сотрудники учреждения также рассказали об истории России и праздника Дня народного единства.